Алло. Матфей. Да, слушаю. Салам алейкум, братан. Слушаю, ты кто? Это с тобой Лизо разговаривает. Мы не знакомы с тобой. Но я за тебя узнал, вот нормальный пацан, ровный. Работяга по жизни. Матфей. Меня слышно? Да, да, я слушаю. Матфей, смотри, я домой тебе не буду приезжать. Кого у нас, скажем, и семья, дети, у меня адрес твой есть. Я решил тебе позвонить, по телефону поговорить с тобой. Ты не в другой семье говорить можешь? Да, да, я слушаю. А вы кто, я не понял? Я Резо, меня зовут Бродяга. Я вопросы вести решаю в городе. Смотри, слышишь меня? Да, да, слушаю. Ты с кого звонил вчера? Бабки, рубай зубы, внимание возьми, я разговариваю с тобой. Что сделать? Сейчас, подожди. Слушаю. Смотри, Тимофей. Да? С того он сейчас за ним обращался, по девушкам. Ты что там натворил? В каком смысле? Просто девочке звонил. Ну, там же было указано, не звонить, не писать. Тимофей Володькин, там же было указано, не звоните, не писать. Так, погоди, откуда ты знаешь мою фамилию? Я не только твою фамилию, даже адрес твоего дома знаю, мне уже ребята за тебя все назови, узнали. Назови, назови. Я тебе сейчас, смотри, звоню, чтобы ты решил вопрос по телефону со мной. Ну, давай решим, что за вопрос. Эту, смотри, бай звук, я разговариваю с тобой, ебаный в рот. Да это не я, это автоматически тут что-то. О, все, ну вы... так я оттуда тогда. Все, все, нормально. Смотри, Тимофей, короче, да. Там было указано, не звонить, не писать, ты 5 человек не позвонили, ты 6-й ты позвонил, твой номер остался у девочки на анкете, она еще не работает с тобой в броне на автомата. Нам нужно брать эту бронь с тобой, слышишь, чтобы она дальше работала. А как это делается? Вот. Мы с тобой, думаю, по-человечески, да, вопрос решать будем, Тимофей? Так, а как это делается? Я не могу понять. Ну, надо убрать бронь, я скажу, как бронь. Только слово дай мне своему мужской, потому что ты это не специально сделал. Так я вообще не могу понять, что я сделал. Смотри, что ты сделал. Там было указано, не звонить, не писать. Нет модерация сайта. Ты позвонил, и твой номер, ты сбил чужую бронь, и твой номер стал у девочки на анкете. И она сейчас встретится с тобой в броне. И вот, эту броню не могу убрать из-за тебя. Вот, и заблокировал, то есть, учетную запись. Нам нужно, чтобы ты разблокировал учетную запись, девушку, вопрос закрыть. А как это делается? Ты мне сейчас это не специально делал? Нет, нет, не специально. Что, даешь машине? Отвечаю. Смотри, я тебе на слово верю, как мужчина, я верю. Твой вопрос, тебя голос не упадет. Сейчас ты вопрос там решишь и все, понял? Я твой номер твой адресал, да? Так, смотри. Да, да. От тебя сейчас чек, слышишь? Чек нужен. А там какую-то мелочь сейчас оплатишь, что тебе скинули клиенты. Во время разговора только со мной, понял? Мне ну, что-то скажешь, оплатить нужно? А что за шум там у тебя, ебаный в рот, я тебя не слышал. Да это у соседей тут, блин, я не знаю, что. Смотри, сейчас во время самого разговора какую-то мелочь оплатишь тебе реквизиты, да, во время разговора только. Разблокируешь кассу, я нажму на разблокирацию, как оплатишь, она разблокируется автоматом, понял? И я тебе возврат сделаю по твоему номеру телефона, могу возврат сделать? А о какой сумме вообще речь идет? Ну, копейка какая-то, ты скажи мне, я возврат могу тебе сделать по твоему номеру телефона? Да, Альфа... Копейка, тут нужно... Я не нуждаюсь... Альфа-бизнес. Так, по номеру, да, телефона по этому? Альфа-бизнес, да. Тимофей Володкин. 27-278-2596. Тимофей Тиньков, да? Альфа. Так, заходи в банк, Альфа, я вот выбрался. Заходи в банк. Сейчас захожу. Хасан, позвони пацанам, скажи, он решает вопрос, все, смена. Да, он по телефону решает. Нормальный пацан, да.
Ты с кем общаешься? А? Ты это кому? Это я пацану сказал, Хасану, что позвонил пацанам, сказал, что ты там вопрос нормально решаешь. Угу. Что позвонил, сказал, позвонил. Я понял. Так, ну, это Альфа-банк, правильно? Альфа-бизнес. Все, Альфа-бизнес. Так, зашел ты в банк? Да. Так, давай другому человеку указывали там, или без разницы, там, да, в принципе? Ну вот, зашел. Все, записывай номер телефона. Диктуй. 904. Так. Номер не подключен к СМС банку Сбер. Перевод по номеру карты. Там какой банк? А, там МТС банк. Перевести в другой банк. Кому на возврат тоже нажмите до автомата. По номеру телефона это банк. Да. Так. МТС банк? Да. Так. Что-то нету ничего. Так, другому человеку укажи, может быть. А, погоди. Это у меня что-то. Сервис временно недоступен. Технологической работы в банке получателя. Это у тебя какая-то беда. Может, другому человеку надо указать? Так вот, номер телефона. МТС банк выбираю. Сейчас. А какой номер? МТС. Так, сейчас. 904. 420. Все верно, да, МТС банк. Какая сумма? Так, сумма у меня грузит. Так, смотри, сумма у тебя 23 400. Нифига себе, копейки. На вас по номеру телефона Альфа-банк, верно? Да. Алло, вы беспокоитесь за доставку. Так. Как вы заказывали? Да, я Гена Букин. Да, было черное. Я вот так, нет? Алло. Да, смотри. Алло, пёс. Я слышу тебя. Да, да, слушай. Здесь получатель Double Chadap. А, там получатель, чтобы на твоей маме кончил. Пес, наверное, да? Попрощайся там с карточкой, попрощайся с телефоном. Чтобы совсем пес, попрощайся. Пес, Double Chadap. Хас Морнукар, попрошайка, ты конченая. Да, с вами позже. На улице солнце, уходит закат. Наш анти готовит мощнее компромат. Старший по городу админ салона падает дружно в котел мудозвона. Анти вперед, начинаем эфир. Донаты мозоль не скинет весь мир. Ведь тело твое очищает страну. Пошли всех в райскую даблочаду. Даблочаду. Антис вперед!